Красной площади симфонический оркестр Министерства обороны вооруженных сил Египта. Главный дирижер – старший лейтенант Сами Москат Шехат. На трибунах для почетных гостей присутствуют атташе по вопросам обороны Арабской Республики Египет в Российской Федерации бригадный генерал Мохаммед Манси Мохаммед Гибриль с супругой. Начальник военно-оркестровой службы Арабской Республики Египет генерал-майор Хельми Ахмед Сулейман Мохаммед Катаф. Выступление оркестра открывается маршем победителей из оперы «Аида» Джузеппе Верди, написанный композитором по заказу египетского хедива Исмаила Паши для Каирского оперного театра. Ключ жизни или анх? Так называется фигура, в которую выстраиваются музыканты. Древние египтяне считали его символом зарождения жизни. А обелиск для египтян – это символ солнца. Высеченные на нем иероглифы гласят: «Народ Египта приветствует народ России!» Головные платки в Древнем Египте, они назывались клафты, носили почти все. А вот этот платок, который мы видим сейчас на музыкантах, мог надеть только фараон. И назывался, и называется этот платок немес. Очень интересная деталь, очень интересный элемент костюма – воротник. Широкое полукольцо. Он называется уск. Это символ солнца. Золотыми ожерельями уск фараоны награждали особо отличившихся военных и чиновников. И награжденные сразу становились очень богатыми людьми. Обратите внимание на головной убор дирижера. Это необычная, не просто шапка, это корона. Причем корона фараона. Называется этот головной убор пшент.
Оркестр выполнил построение в виде плоской шестиступенчатой пирамиды фараона Джосера. Эту пирамиду, построенную в 2700-х годах до нашей эры, называют еще пирамидой Саккары по названию селения. Пирамиды Саккары – это самое древнее каменное здание в мире. В Древнем Египте, кстати, эта пирамида была первой. И вновь в руках фараон на колеснице, и в руках у него Анх, символ вечной жизни. И этот ключ, Анх, также называют египетский крест. На Красной площади звучит марш Радецкого Иоганна Штрауса, а я хочу вам открыть один секрет. Руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов рассказывал, что египтяне настойчиво просили включить их в список участников. Наша страна, российская, вежливо возражала, мол, вы недавно выступали в Москве. Тогда был приведен аргумент, а мы сшили новые костюмы. Крыть было нечем. И мы видим... Оркестр на Красной площади, оркестр, главный военный симфонический оркестр Египта. Благодарим наших друзей из Египта за верность традициям и, конечно, за это запоминающееся яркое выступление. Браво!